Привет, ребятки, привет, мои хорошие. Мы приехали с моря, и тут, ну, дожди шли, как бы я в видео об этом говорил. И тут все заросло, навзничь, будки почти не видно, только крыша. Все в траве. Вот и наш болебойчик, болебойчик, болебойчик. Видите, у него окрас, окрас стал темнеть, он в овчарку превращается. Оборотень, маленький оборотень. Потом тут тоже полный коматоз, то есть бассейна не видно практически, ну все заросло навзничь. Поэтому сегодня цель, миссия, ну попробовать, попытаться. Ой, да победим, что там, покосить эту навзничь траву, просто дождь обещали, если дождь пойдет, может пойти что-то не так. Надеюсь, этого не произойдет, заведем наш чудо-триммер под ноль все. Как и я, видите, симпатичный подстригся, так и травку покосим. Оп, оп. Поспели без нас яблоки. Белый налив. Тает во рот, а не в руках. Или как? Как-то так. Наконец-то вот это морское путешествие окончилось. И можно снова приступить к бассейну. Пора. Ну надо же его хотя бы до осени закончить. Балбес. Балбес, барабес. Балбес! Надо его хотя бы до осени закончить, ну хотелось бы. Там-то осталось, ну, в принципе, для меня это самая страшная штукатурка, потому что никогда такого не делал. Фух. Ну а для того, чтобы его как заштукатурить, сейчас надо поставить маяки. Но опять же, для начала, чтобы ставить маяки, нужно сделать раствор. Сейчас чуть-чуть сделаем. Дело в том, ребят, чтобы замесить раствор, нам нужно найти песок. Он у нас зарос. Сейчас и попробуем его найти, откопать, изыскать. Ну, в принципе, нормально, наберем. Нам чуть-чуть надо. Ну что, ребят, приступаем к замесу. Балабай! Падла. Пошли домой. Пошли домой, ты что тут бегаешь? Уворуют. Пошли. Залазь. В общем, сейчас замешиваю, ребят, раствор, чтобы он уже был. Ну и показываю дальше, что будет происходить. Вань! Ребят, пока у нас замешивается раствор, специально его делаю погуще, чтобы он не стекал, а на стенке, ну как, прикохтился. И на этот же раствор будем лепить наши маяки, или как, ставить, делать, приделывать. Сейчас надо замерить глубину, насколько нужны. Блин, писец. Сейчас замерим, какой длины нам нужны маяки. Отрезаем их. В принципе, раствор замесился и начинаем лепить. Вот. Ну, в общем-то, получилось 116 сантиметров. Пилим, накладываем цемент в ведро и приделываем. Сейчас все покажем, ребят. Без утайки. Первый мой опыт. Сейчас накосячить могу со страшной силой. Скорее всего, так и будет. Смотрим. Защита прежде всего, ребят. Наверное, первый раз защищаюсь. Блин. Сейчас померяем, ребят, потому что, как говорится, ну, я мог отрезать неправильно. Вот. Пробуем. Отлично. Оно. Сейчас попробуем это все присобачить. Не знаю, что получится. Пробуем. В первую очередь, ребят, нам надо вот эту стену поштукатурить там, где будет лестница. Чтобы быстрее приварить лестницу, ну, как бы это было все в работоспособном состоянии. Блин, очкую, никогда такого не делал. Первый раз, он трудный самый. Первая прививка, первый леченый вырванный зуб, первая штукатурка, ребята.
ребят, маяки расставил, но не знаю, насколько хорошо выглядит. Это очень страшно. Сейчас покажу. То есть вот таким макаром. Все вроде бы по уровню, но стены-то я тоже по уровню ложил, вроде как, но внизу, ну, практически вплотную, а потом дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, шире больше, то есть тут слой будет ай-лю-лю. Ну, а что делать? Где-то прощелкал тогда, надеюсь, не сейчас. Будем делать все четенько, чтобы по уровню, ну, стараться. А там что получится? Страшное, может, неудобное, корявое, но такое лежбище в жаркую погоду для наших попок, чтобы намочить, остыть, скупаться. Ну, что получится, посмотрим, ребят. Я вот думаю, ребят, для совсем ленивых можно было прям по шлакоблоку вот этой краской прокрасить, которая в резину превращается и не пропускает воду. И можно было бы уже купаться. Но мы не из этих, мы не ищем легких путей. Но надеюсь, что мы сделаем все четенько, классически, красиво. Без изъяна. Ну, изъяны будут, конечно. Надеюсь, они будут незначительные. Вот. И будем плескаться. Погода как осенью. Как бы уже и бассейна сильно не хочется. Но доделать надо. Ну что, ребят, пришла пора продолжать наши затеи вот эти как бы с бассейном. Маяки уже выставлены. Приобрел грунтовку по совету друзей, подписчиков. Сейчас прогрунтуем, дадим немного просохнуть. Ну, по идее, я думаю, так надо сделать, чтобы она вот эта шероховатость появилась. И будем штукатурить. Но это вообще самое страшное, что могло бы быть у бассейна, ну, с бассейном. То, что пугает, отталкивает. Фух. Все будет хорошо. Ребят, решил грунтовать не кисточкой, вот это все промазывать, а прям с пультивизатора, чтобы забило в каждую щелочку, чтобы сцепление было лучше. Ну, сейчас, в принципе, все покажем. Ребят, забрызгал все стены, или как обрызгал, два баллончика вот таких ушло, и осталось, ну, больше половины грунтовки. 5-литровую баночку брал, ну, знал бы, надо было брать меньше. Ну, хотя еще днище я не брызгал, это будет потом, это целая отдельная история будет. Стены, ребят, все обрызгал. Ну, наконец-то я, ну, после того, как все сделал, наконец-то прочитал инструкцию. Ну, как там написано, около 1 часа происходит высыхание вот этой штуковины. Ну, соответственно, ждем 1 час, пока кофе вмажем, и начинаем штукатурить. Это самое интересное, самое страшное, ну, с моей точки зрения. Хотя и маяки очень боялся ставить, вроде они поставились. Ну, получится кривые стены, значит, получится кривые. Главное, чтобы были они водонепроницаемые, скажем так, но более-менее гладенькие. Нам попки мочить пойдет. Ну что, ребят, хотелось бы сказать, сейчас будет маленький спойлер. Бассейн у меня уже поштукатурен. Но решил просто не выкладывать, ну, как бы отснято, соответственно, все. Решил просто не выкладывать все это в одно видео, потому что видео получится слишком долгим, длинным, большим. Поэтому решил, в общем, ребят, чтобы, ну, видео не было таким длинным, лучше разбить его на несколько, ну, на 2, скажем. То есть один раз я ставлю маяки, второй раз штукатурю, 2 видео будет. Все это покажем, все это будет. Все будет хорошо. На этом, ребят, пока. Прощаюсь, как в старые добрые времена. Желаю вам только всего самого доброго, лучшего, хорошего, пушистого, добра, счастья, здоровья и только всего-всего самого хорошего. Пусть все ваши мечты, желания станут реальностью. Всего хорошего. Пока, ребят.